Короче, приехал в Москву искать шерстяного Мурата. Сказал ему в Москве возле Макдональдса. Походил, поискал, короче, не нашел. Что делать, не знаю, где его искать. Шерстяной Мурат, отзовись. Короче, все меня спрашивают, зачем я его ищу. Хочу объяснить ему, что нельзя кидать работяг. Вот, и тот парнишка, который, ну, таксист, не помню, как его зовут. Найди меня, пожалуйста, я тебе отдам за этого Мурата денег. И не хочу, чтобы ты думал, и вообще люди, чтобы думали, что все кавказцы такие. Сколько он тебе должен, я тебе отдам за него. И прошу, пожалуйста, подпишитесь, распространяйте предыдущее видео, ставьте лайки. Вот. И жду тебя, шерстяной Мурат, на хардкоре, либо у Асхаба Тамаева в октагоне. Поэтому давай, давай, не скрывайся. Говорят о шерстяном отделе. Вот сейчас еду в шерстяной отдел посмотреть, может он там. Не знаю, если найду его, обязательно покажу. Вот. Поэтому всем спасибо. Ставьте лайки. Хейтеры, вам хочу сказать. Вы там пишете всякие оскорбительные смски. Я вам скажу так, я это делаю не для хайпа, мне это не надо. Во-первых. Во-вторых, я просто хочу найти этого шерстяного Мурата и объяснить ему: слушай, чувак, зачем ты так делаешь? Потом же из-за тебя одного думает обо всех так, понимаешь? Что мы все такие. Мы нет, мы не такие. Да, и, конечно же, хочу найти этого таксиста и отдать ему деньги за него. Неважно, сколько я там проехал, 2000, 3000 километров. Я приехал вчера утром, и вот до сих пор его ищу. Говорят, то он там, то тут. Тут нет его. И там один парень сказал, что было бы хорошо организовать бой. Я согласен. Асхаб Тамаев или хардкор, вопросов нету. Я готов с ним выскочить. Я занимался боксом. Хочет борьбой, давай бороться. Хочет там боям без правил, мне разницы нету. Я топану, мне вообще без разницы. Но я его накажу. Так делать нельзя. Он там называл посторонних там шерстью, начал материться там. Это же не красит человека. Надо же вести себя адекватно. Но так же не бывает.